Как узнать, чью мочу использовать? Запах самки более универсальный и привлекает и самок, и самцов, а также молодняк. Его можно использовать для всех видов охоты, кроме, разумеется, охоты на доминантного самца. Доминантному самцу нужен запах самца, чтобы бросить ему вызов, чтобы показать, что на этой территории есть еще один самец, который претендует на самок и территорию. Запахи самки и самца можно использовать и вместе.